США и в Канаде началась жуткая паника. Люди все испуганные. Как видите, это мелкооптовый магазин «Костко». И там просто какой-то ажиотаж, столпотворение. Мне когда позвонили знакомые, я не поверил, что такое может быть. Говорю, да нет, и как это? Что там? Почему? И вот полюбуйтесь, какая очередь, чтобы зайти в магазин. Люди стоят часами, и в Америке очереди хуже, чем в СССР в десятки раз. Вы полюбуйтесь, какие очереди, чтобы купить продукты первой необходимости из-за этого коронавируса. Люди тратят целый день просто-напросто, чтобы затариться водой и различными продуктами питания. Я просто поражаюсь. Это происходит во всех фактически крупных городах США и Канады. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну посмотрите, какие люди, а. Они просто испуганы. Вы посмотрите на эту очередь, она тянется просто-напросто километры, чтобы просто зайти в магазин и купить себе покушать. У меня просто нет слов, ребята. Я в магазин не могу попасть, я в этой очереди стоять не могу целый день. Мне нужно было просто зайти купить себе мясо, он мужик даже в костюме стоит, а? Вот, посмотрите, куда эта очередь идет. Мама родная, мама дорогая, вы полюбуйтесь, ребята. Вы такое видели вообще? Я не знаю, как можно в этой очереди стоять, да? Как можно в этой очереди стоять? Это в мавзолее Ленина посмотреть, такая очередь была, и то меньше. Ой-о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 й
Посмотрите, что творится. Мама родная. Люди валят и валят, валят и валят, валят и валят, а? Ой-о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 й. Мама родная, а? А посмотрите. Километровая очередь зайти в магазин за продуктами питания. Панику развеяли на ровном месте. Я вообще не понимаю. В одном городе это вспыхнуло, телевидение показало, и теперь в каждом городе вот такие вот очереди зайти в магазин. А? Но это нормальное явление, скажите мне, пожалуйста. Мама родная, это ужас просто какой-то. Ребята, не поддавайтесь панике, да ничего страшного не произошло. Ну, откинулось пару сотен человек на земном шаре. Ну, что это такое, а? Ну, ради бога, ну что это такое? Коллапс сделали какой-то с этим коронавирусом. Он это в маске стоит. Чудо-юдо, блин. Мне шили маску тоже. Противогаз пойду одену резиновый, а? 2,5 километра очередь зайти в магазин, а? Ну что это такое? Боже мой, боже мой, боже мой. Магазин просто омиллиардерился.